Я хочу поделиться с вами своей предысторией, как мне помог Супержамп. Я жила очень активной, интересной жизнью. Училась на психолога, гипнотерапевта, работала директором торгового центра. И еще параллельно этому всему 20 лет я была предпринимателем в строительном направлении. А также я еще мама двух замечательных деток. На 360 градусов я была занята своей жизнью. Но вот так случилось, что получаю стресс, принимаю близко к сердцу инсульт. В моменте понимаю, что произошло, вызываю скорую. Потом открываю глаза, мне говорят: прошло 3 недели, привет. Ты была в коме, на искусственной вентиляции легких. Жизнь изменилась в миг. Многомесячная реабилитация. Не работает левая сторона тела полностью. Я даже ходить не могла. Что там ходить, я сидеть не могла даже. Чтобы просто покушать, моя дочка ложилась со спины калачиком, обнимала меня, чтобы я просто могла побыть в вертикальном положении. Вот такая у меня была точка А. Но в голове у меня была точка Б — ходить и даже танцевать. Я, конечно, искала методы специалистов, которые могли бы мне помочь. Супержамп я не искала специально. Он меня нашел сам. На курсе тренировок со мной случилось чудо. С депрессии меня поднял на ноги Супержамп. За год в первый раз вышла на улицу и увидела солнце, голубое небо, траву. Покачалась на качели во дворе. Да, это был выход с моим инструктором с тростью. Но это было невероятный восторг и счастье. И все это произошло так потому, что я зарядилась энергией и уверенностью на этот подвиг через упражнение «Суперджамп». Мне ведь было совсем тогда не весело. Я применяла в себе все знания психологии, гипнотерапии, которые знала. Покупала курсы реабилитации с докторами в Москве. Я много искала для себя методик, путей исцеления. Но так получилось, что именно «Суперджамп» послужил тем катализатором, который запустил прорыв в моем исцелении. И очень многим моим знакомым Суперджамп помог вернуть радость жизни. Это было большое расширение и невероятный рост. После тренировок начался мой рассвет. Вот так Суперджамп мне помог, помогает до сих пор.